3, 2, 1, старт! До выборов 10 дней! Этот видеоролик, созданный журналистами телеканала «Самара ГИС», появился более чем на 30 экранах областной столицы. А сам день голосования для редакции начался с 6 утра. Наши корреспонденты дежурили на избирательных участках с момента их открытия и до вечера, чтобы зрители получали самую актуальную и важную информацию. В единый день голосования определились составы районных советов депутатов. После реформы местного самоуправления жители впервые за долгое время сами решали, кому доверить судьбу родного города. Итоги этого важного для Самары дня подвели в облизбиркоме уже ночью. Выборы депутатов в районные советы, которые прошли в Самаре впервые за последние 25 лет, состоялись. На данный момент, по сведениям облизбиркома, явка по Самаре составила 29,22%. Работу редакции во время выборов оценили по достоинству. Телеканал «Самара ГИС» стал победителем конкурса на лучшее освещение избирательной кампании. Сегодня в гостях у канала побывал председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев и поздравил коллектив редакции с победой. Я называю журналистов уже нашими коллегами, поскольку они являются полноценными и полноправными участниками избирательного процесса. Поэтому, уважаемые коллеги, я вас поздравляю. Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем также плодотворно сотрудничать. А ваша работа, она очень нужна и ценна как для избирателя, так и для всей избирательной системы. Телеканал «Самара ГИС» и дальше будет следить за самыми важными новостями Самары. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.